год назад здесь были сугробы. Какая погода изменчивая. То плюс, то минус. То снегопад, то дождь, то туман. Хорошо тянет. Толпы народа. Гостиница «Метрополь». Подходим уже. Впереди здание исторического музея. По-моему, это называется «Сказка о Рождестве». И она, по-моему, по 7 января включительно будет. Каток, по-моему. Сейчас посмотрим. Ну да, каток.